Эту весну создадут молодые, энергичные и креативные. В Самаре стартовал Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий «Студвесна Культорги». Творческий слет собрал свыше 350 участников из 78 регионов России. Мы из Алтайского края, город Барнаул, и Алтайский госуниверситет. Приехали сюда за новыми классными эмоциями. Да. Привет, я из Смоленска, представляю Смоленский государственный университет. Приехали сюда, в Самару, для того, чтобы научиться делать классно. Привет, я из Петербурга и приехал в Самару за новыми знаниями. Мы организовываем мероприятия, различные на территории университета. Также мы выигрываем гранты, пишем и реализовываем их на территории Челябинской области. Обмен знаниями уже происходит, и мы вроде только первый день уже много чего узнали. Творческий слет проходит в рамках программы поддержки и развития творчества «Российская студенческая весна». Этот форум проходит в рамках большой программы подготовки и проведения юбилейного 30-го фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет у нас здесь, на ее родине, исторической родине, в Самаре, в мае месяце. А сейчас мы проводим большое собрание тех людей, которые в вузах, колледжах, техникумах со всей страны как раз-таки занимаются развитием творческого потенциала студентов. После сегодняшнего мероприятия по всей стране пойдут волны сначала вузовских этапов, потом региональных этапов, потом будет формироваться сборная команда региона, которые приедут сюда на юбилейный 30-й фестиваль «Российская студенческая весна». Для этого сейчас проходит установочное совещание с руководителями дирекции региональных дирекций студенческой весны. И впервые мы в этом году решили собрать культоргов, которые занимаются организацией именно вузовских этапов студенческой весны. Участники форума, культорганизаторы, директора студенческих клубов, руководители творческих коллективов и специалисты по образовательной работе. Их всех ждут стратегические сессии, мастер-классы и встречи с экспертами «Российской студенческой весны». Программа поделена на несколько, скажем так, модулей. Соответственно, ребята смогут не только позаниматься образовательным модулем, но и, соответственно, провести очень насыщенную культурную программу. Действительно, как вы отметили, несколько дней назад в Самаре уже стартовал всероссийский конкурс «Краса студенчества России». И уже буквально завтра начнет свою работу также еще семинар-совещание руководителей региональных дирекций «Российской студенческой весны». Поэтому у нас такие, можно сказать, большое одно мероприятие, которое в себя включает три таких глобальных события. Фестиваль продлится до 7 марта. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.